Если дерево на сегодня растет зеленое, заметьте, на газоне, на котором вы ничего не будете делать, для чего его убрать? Почему? Для того, чтобы 57 елок там посадить. 57 елок для того. А для чего вы будете делать на газоне? Понимаете, в чем проблема нашего города? Любые деньги у нас получаются в урон жителям. На сегодня мы на этом одном километре вырубаем 82 дерева. 82. По прошлому, простите, я вас не перебивала. По прошлому опыту, вот посмотрите в окно, садится место положено в контракте 3,5 метра, садится полметра, выкопанное где-то на кладбище. Понимаете, в буквальном смысле, работниками кладбища. Точно такие же елки посадили на аллее памяти, около памятника. То есть мы прекрасно все с вами понимаем, что такое будет озеленение из рук МКУ УГХ. То есть мы получим, город получит очередную пустыню на 50 миллионов рублей. То есть возникает вопрос, а где благо для человека? Вы хотите сделать благо, а получается, что делается только хуже. Потому что елка выдает кислорода в 15 раз меньше, чем лиственные деревья. Но вы их все спиливаете. Все спиливаете. И ничего взамен не садите. Куда уходят деньги, простите, я вас не перебивала, Анна Викторовна. Куда уходят деньги, заложенные на посадку компенсационную? Высота деревьев в 3,5 метра заложена во всех контрактах. Вы сами все знаете, что там посадили. Вопрос об оценке этого еще предстоит сделать прокуратуре. До сих пор нас кормили обещаниями, что мы сделаем ревизию этих деревьев, и подрядчик их пересадит. На сегодня ни одно дерево не пересажено. Деревья, зарытые зимой с помощью перфоратора, все умерли, а потом они все не соответствуют требованиям контракта. Все то же самое будет на улице Карла Маркса. То есть город в лице этих денег получит очередную беду экологическую. То есть мы вырубили Ладынина, 420 деревьев, мы вырубили Аллею памяти, 250 деревьев. Мы вырубили Арбазово. 57 деревьев вместо 10. Сейчас мы заходим на улицу Карла Маркса и смело там собираемся рубить 80 деревьев. Вообще в контракте написано срезка деревьев по согласованию с заказчиком. Так выходит, МКУ ОГХ лично предлагает срезать 80 деревьев. Для чего? В контракте шишка. МАФ, шишка стальная. 2,5 метра шишка, то есть вырубим 80 деревьев и положим стальную шишку и будем на нее любоваться. Аж за 700 тысяч шишка. 700 тысяч это шишка. 2,5 метра длиной и метр обыкновенный, почитай, 1,30 м высотой. И вот эта шишка будет радовать глаза горожан вместо тенистой улицы по Карла Маркса. Тем более, что уборка на улице проводится... Все это, вообще вся эта вырубка, она на сегодня, она планируется в нарушении федеральных законов. Нельзя трогать дерево. Дерево это наше, понимаете, а не МКУ УГХ, которое на сегодня осваивает деньги на контракт. Очередные. То есть мы уже освоили, мы уже получили болото на Ладынке. УЗ был крайне недоволен. Выделил деньги. Мы теперь за эти деньги будем город рубить. Почему вы решили, что это ваши деревья? Почему? Это наши деревья, понимаете? Мы ходим там. Мы ходим.